Так, ребят, скоро я к вам вернусь. Все, Стрэндж черкает карты сейчас, я так понимаю. Привет, Калинсант, Фулгорыч, Зазорк, Яндекс, всем привет, ребята, Юр, привет, Илюх, привет. Короче, всем привет, кого не назвал, тоже не назвал. Не знаю, будет ли ТЛО, не будет писать кому-нибудь, нет, я надеюсь, что не будет, и все нормально, я в игре останусь. Отлично, никто ничего никуда не пишет. Красты Крабс поддержал ваш канал на сумму 400 рублей. Федор Конюхов завершил кругосветное путешествие на воздушном шаре, побив 3 мировых рекорда. 34 700 километров за 11 дней, 5 часов и 31 минуту. Нет непреодолимых преград перед русским человеком. Перед его верой в Творца, несгибаемой волей и любовью к красоте мира. Спасибо, Илюх. Федя молодец вообще, Федор. Федор нормально ждет, короче, чё. Как Даша сказала, подугорели, что жена голову дома так вынесла, походу. Я не знаю, он вообще женат там или нет, что походу полетел, решил. Кругосветку. Так, а это, кстати, БУ-5 у нас или нет? Привет, Орландо, тебе послышалось. Это я по отношению к тому, с кем играл, говорил. Вот, а по отношению что-то тоже я говорил. Короче. Ладно, на самом деле зря я, да. На самом деле зря меня бомбануло. Разманиваю чела тоже. Вот. Бывает такое, но там моя ошибка. Просто на самом деле там настолько все идеально в той игре было и настолько все круто, что, ну. Не должно было у меня бомбашить там вообще, как бы, и должен я был отбиться, на самом деле. Спасибо, Илюх, за поддержку. Пару дрончиков Павел Туп. Смотрите, это плетка Раш, кстати говоря, в стиле как Вла его делает вообще. Блин, ну вот таким темам надо быть готовым, конечно, но, судя по всему, Стрэндж вообще тут не готов к такой теме сейчас. Пытается проверить, что же где происходит, но, блин, ну пилон здесь будет застройка, а камни пробиваться будут с этой стороны. Короче, в итоге плетки плюс линги будут вырываться, и Стрэндж абсолютно не готов. То есть тут желательно либо фотонки успеть сделать, либо успеть варп сделать к этому моменту, либо хотя бы уверчажи стеночку. Вот две плеточки пошло, сейчас Стрэндж камни вообще не контролит, я так понимаю. Бустит адептика сейчас. Проверяет происходящее, проверяет вторую базу. Я надеюсь, Стрэндж поймет сейчас, что здесь какая-то хрень вообще происходит. Вот сюда ехать, конечно, и пытаться, да, и все понятно, где сейчас кипиш абсолютно предельно понятно становится, вот. Нужно Робо Стрэнджу ставить сейчас, наверное. Робо Стрэндж не ставит, Мазеркор готов, проверить надо Мазеркором, что здесь происходит, здесь уже третья плетка пошла, жесть-то какая, прилетает Стрэндж, видит прекрасно здесь, так, ну а что делать, пилон сюда ставить сейчас,
Видит Стрэндж пробкой, все, все, все. Здесь надо блочить рампу с вот, пилоном и уходить всеми юнитами сюда. Других шансов отбиться просто нету. Я думаю, что уже нету вообще шансов отбиться. Юнитов слишком мало, к сожалению. У Стрэнджа здесь еще одну робу ставится. В другом месте Стрэндж ставит робу. А поздно он там его ставит. Здесь пробки уходят, тает Стрэндж переселиться на мейн. Не тратит уверчажей вообще. Сейчас будет соточка энергии скоро. Грызет пилоны ТЛУ. Нужно еще один пилон сейчас ставить. Уверчаж нужно выставлять Стрэнджу сейчас, чтобы отбиться. Или без уверчажа он попытается. Пока без уверчажа пытается. Пилоны новые обязательно сейчас к исполнению. Нужно выставлять пилоны. Сейчас нужно гейт загружать обязательно. Сейчас варп скоро будет готов. Плеточки копаются все ближе и ближе. Лингов вообще миллиард здесь находится сейчас уже у ТЛО. Уверчаж пошел, филд на пилончик неплохой. Нужно новые пилоны ставить. Почему Стрэндж вообще пилонов не ставит сейчас, не пойму. Вот роба готова, иммортал первый закат. Пытается Стрэндж держаться. Еще одна сентриада варп идет. Еще один уверчаж минеральной линии здесь присутствует. Есть пилончик, есть так, есть у сентрины. Отвести мазеркор нужно, пробки сейчас уже под удар попадают, гейт нужно открыть, второй пробочек начинает выпиливать ТЛО, но шансы есть минимальные еще на победу, я думаю, здесь, в этой игре. Куда ты, Стрэндж, там пробиваешь-то все, ё-моё, Стрэндж пытается прогрызть пилон, зачем, он хочет уходить, нет, здесь уходить нельзя, ресурсов надо больше Стрэнджу, пилон пробил, дистанс майнинг сейчас начнется. Ну, Нексус защищать. Два гейта, ресурсы были. Сейчас не понятно, что Стрэндж... А, Стрэндж новый Нексус ставит. Ну, бред же, Стрэндж. Ну, надо, то есть, юниты нужны боевые, а не новый Нексус. Короче, все плохо у Стрэнджа, к сожалению, ребята. Здесь очень-очень. Королева 2, плетки 3 уже. Стрэндж на продакшене здесь остается и пытается дистанс-майнингом здесь добывать. Ну, кстати, может быть, за счет золота Стрэндж хочет выжить. Я пока, честно говоря, вообще не понимаю, что хочет Стрэндж делать. Вот, ему тяжело будет даже за счет золота здесь выжить, потому что сейчас добычи долго не будет, а вот ЛВО она есть, лингов много очень строится, там спорки добавляются и все дела. Правда, на муви лингов ЛВО сейчас успешно вполне сливает. Долго, Стрэндж, очень долго готовился, конечно, к этому урыву всему. Нексуса ждать надо просто сейчас он... Супер необходим сейчас, сильно просто, очень сильно необходим. Линги все новые и новые дотекают. Уверчаж есть, Стрэндж тут спустился. Стрэндж перекапывает плетку. Сейчас ТЛО нужно плетку пытаться убрать. Плетку убирает, уверчажем отогнал. Все, добыча началась. Стрэндж С, жми, жмет С, Стрэндж. Здесь еще так, здесь линги приходят, нужно отгонять их. Ну, ё-моё, Стрэндж, Стрэнджа даже здесь ТЛО сбивает. Плюс добычу неприятно. Еще плюс 2 сентри пошло. Мазеркор вниз надо уже оставить. А здесь надо... Так, пошла перекопка сейчас. Нужно фил... Уверчаж нужен очень сильно Стрэнджу был. Уверчаж запилен, конечно, но, судя по всему, он уже не поможет. ТЛО сбивает Стрэнджу продакшн. Нужно вниз спуститься, отогнать собак. Срочно Стрэнджу нужно отогнать собак, но нет. Тут филд кривой, второй филд ГГ. Пишем, выходим. 0-1 начинает Стрэндж, это печаль полная. Да, Федору пофиг на допинг, там допинг не решает. Ждем следующей игры, но надеюсь, более стандартный у Стрэнджа получится сыграть.
Так. Здесь нужно только сразу понять. Если бы Стрэндж сразу понял, что такое Билл, я думаю, он изи отбил. Он слишком поздно понял, что ТЛО делает, к сожалению. Но я уверен, в стандартной игре Стрэнджа, что он в обычной игре какой-то не чизах тупых или вот такой хрени, как любит ТЛО, Стрэндж может его раскатать. Я думаю, фаржу надо было Стрэнджу делать и биться за мейн стараться. Другого варианта просто не было. Так, ну что, мув пошел от ЛО сейчас. Переводит рабочих на вторую. Стрэнджа Нексус доделывается. Адептик первый бустится. Варп заказан на мейне. Рабочих сколько? На мейне рабочих 15 штук. Сейчас 16 будет. Ветрим зерк. Ну, карты черкали, Стрэндж ее не черканул. Вот и задумка этой ЛО его, собственно, и убил. Получается, может быть, он даже Стрэнджа карту взял сейчас. Я, честно говоря, без понятия. Здесь неплохо отменяет заказ этой хаты Стрэндж 3 ТЛО. Ну, адепт терять не стоит на этих действиях. Тоже тут надо прийти, иллюзии позапускать туда и уйти назад, собственно, адептом. Что так Стрэндж и делает. Ну, он зашел, посмотрел, видит мув и уходит просто домой сейчас. Дрончика убил, больше здесь извлечь пользы не получится без гибели адепта никакой. Привет, шайба. Нет, просто вчера я, учитывая, что и так спал 5 с лишним часов, вчера очень поздно в 3 лег, сегодня и встал, ну... Даже 7 часов сегодня не поспал, но чувствую себя пока более-менее нормально, но реально как бы тяжеловато. Когда мало просыпаешься, большие стримы. Сегодня еще вспомнил, что счетчик надо мне на электричество купить. Поехал на велике перед стримом незадолго. Фух, короче, поднапрягся. Третий Нексус Стрэнджик делает. Почти готов адепт, скорость тэк почти готов. Почти готов гейт уже. И варп, 2 плюс гейт, точнее, ну, сейчас 3 будет. Варп готов, открываются гейты. И адепт в 4 плюс 3 сейчас варпанет. Стрэндж, естественно, здесь их станет 7 штук резко сейчас. ТЛО Беллинг Нест, ТЛО стандартно 10 сейчас. Вот 3 адепт Стрэндж доварпливает. Пойдет ли он ими вперед сейчас? Думаю, что да. Собрал все вместе и идет вперед. ТЛО Лингом все запалил сейчас, но... На аккуратней Стрэнджу быть. Сколько лингов у ТЛО? У ТЛО 20 лингов, 10 строится. Сейчас 30 будет. Стрэнджу ни в коем случае нельзя ошибиться и ворваться как-нибудь сейчас криво в собак в этих. Видит Стрэндж прекрасно. Телепортирует за третью базу. Ну, адепт неплохо стоят, я вам скажу. Размениваются они очень даже неплохо с собаками сейчас. Часть вообще не окружить не может адептов лингов. Так, отменяет телепорт Стрэндж. Разбомбил тут нормально юнитов оппонент своему. Сейчас еще 3 адепта пытаются зайти. Стрэндж пытается выйти вот этими. Четвертую сейчас спалит базу. Четвертую спалил. В это время 3 адептика заходят на вторую. Возможно, даже получится удачно ворваться Стрэнджу. Иллюзии надо запускать. Пускает он иллюзии. Здесь 3 надо вот сюда врывать. Здесь 3 сюда. В стиле статься. Разводик попер сейчас. Заходит за минеральную. Фокусить только дронов на Стрэндж. Я тебя умоляю. Ну, здесь на третий Стрэндж нормально рабов пинает сейчас. Так, поразводил не слабо. Один адепт пытается уйти со второй на мейн. 3 других на мейн сейчас заходят. Нужно телепортнуться. Нужно зайти под рабочих сейчас. Стрэндж принимает с лингами битву. Пытается выйти. Неплохо очень законтролил. Минеральную линию ворвись, Стрэндж, пожалуйста. Я тебя прошу. Нет, не ворвался минеральную. Ну, побомбил здесь еще немножечко. Поубивал. 3 дарка идут вперед. Спорки только ТЛО заказывает. Лейера пока нету. Пока Стрэндж все четко делает. Куда дарки зайдут?
Один на третью, два на вторую сейчас заход. Рубить спорки, конечно, сейчас надо Стрэнджу. Обязательно спорки рубить. Здесь не получается спорки срубить. Уходит со второй. На третью надо заходить. Все, спорку уничтожено. Хату руби, Стрэндж. Я тебя умоляю просто. Руби эту дерьмохату просто. И все. Третью и лишает сейчас зерга. Похоже, это победа будет вообще в этой игре у Стрэнджа. Очень четко пока все делает он. Признаться честно, никаких здесь не будет сейчас оверсиров, не волнуйтесь вы, здесь лейера все еще нету. И Стрэндж минуснул эту хату, будет на четвертую, возможно, заходить или не будет. Порубил там беллингов несколько штучек. На четвертую заходит, не надо терять, оп, дарк теряется, Стрэндж пытается четвертую срубить, а вот это уже лишнее было. Версир готов. Ну тут все равно преимущество, хорош, 72 пробки, Стрэндж, давайте столько рабов-то, я чуть понять не могу. Порубил здесь, конечно, почти срубил, но не зарубил все-таки. Привет всем, ребят. Да, тортики, минералы. Это Старкрафту 6 лет к этой дате. В общем, тортики сделали товарищи из Blizzard, я так понимаю. Гейтов плюс добавляется. Здесь фотонка пошла в робо призма заказана. Можно добарпить. Так, а есть... Нет, блин, только Стрэндж заказ. Только скорость атаки у него есть. Ну, ТЛО, на самом деле, он сейчас опущен был, на самом деле, ниже плинтуса по экономике. Привет, Прон. Мои ноги как божественны просто. Что с ногами? Среди теней. С ногами все в порядке. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. +123, +113, плюс один у Стрэнджа готово. Сталкеров уже реально много. Сентрей 9 штук. Фотоночек добавляет несколько штук. У ТЛО 4 он пытается раскачать. Стрэнджу нужно вперед обязательно сейчас идти. Стрэндж идет вперед и 4-ю. Посмотрите, по пути следования сейчас ставит своего же. Нексус 4, вот он пошел. Причем с этого направления очень перспективно можно ворваться. На самом деле очень грамотно можно ворваться. Сентрей много, боевого лимита больше. Плюс один у Стрэнджа есть, у лоу-грейды отсутствуют в принципе. Да, здесь три плетки, конечно, перекапываются. Но у Стрэнджа еще зелочки появляются. Вот он заходит сейчас. Видит, что плетки копаются. Филды пошли, раз, два, три, четыре. Фаерболы от ТЛО, да на плетки сбривать и все просто. Филды еще новенькие пошли. Со стороны Стрэнджа вот еще ряд филдов пошел хороший. Ну пофиг, ну пробил ТЛО. Ну ставь новые филды, Стрэндж, что так медленно-то это делаешь? Филдов слишком много Стрэндж сейчас заюзал на то, чтобы ТЛО отогнать. И ТЛО терпит здесь каким-то образом непонятным. Стрэнджу нужно в этой атаке убивать. Если он в этой не убьет, то ничего хорошего дальше не жить. Потому что зачем затягивать то, что можно решить прямо сейчас вообще? Ну, Стрэндж решает прямо сейчас, вот все. Фаерболы не попадают, фаерболы вообще в молоко куда-то летят, ТЛО мимо кидает сейчас. Стрэндж продолжает давить. Красавец, Стрэндж агрессивный, блин, вперед пошел, Реводжер взбривает, ГГ. Изи каточка просто. Посмотрите, вот в стандартной игре Стрэндж его просто тыры-пыры с ним сделал какое-то непонятное. Ребят, точнее, все понятно, разгромил просто. Всем привет! ВЦС у нас сегодня, будем посмотреть то, что сможем, то, что не сможем, естественно, мы не посмотрим. Все одновременно, идет Стрэндж против ТЛО, потом с победителем бани Хиро Марина, победитель этой игры будет биться. Вот. Ну и болеем за Стрэнджа, поддерживаем наших. Я вас всех приветствую еще раз. Ну и поддерживайте мой канал, естественно, и меня отключенными адлоками. Премиум подписками по реквизитному описанию или через плеер напрямую материально. Всем спасибо за внимание. Неделька выдалась плотненькая. Стримов было где-то на 50 часов, наверное, за будние дни, 5 дней. Потому что по 13, по 12 часов стримы шли.
Вот, короче, и я думаю, дальше будет темп, ну, нарастать не будет куда, но будет что-то примерно то же самое на этой неделе происходить. Турниров много. Корейские турниры идут в самом разгаре. Только пролига 31-й, единственный финал пролиги нету. Но она и не на буднях сейчас, соответственно. Ну и все остальное тоже идет сейчас, все хорошо. GSL Star League. Что-то еще другое, все, что могу, стримлю. Стримлю FP, ребят, приходите, смотрите. Ну и надеюсь на прохождение хоть кого-нибудь из наших на ВЦС. Вот если бы это был Стрейдж, было бы вообще замечательно, а ему сейчас команда отсутствует. Ему надо вообще, как бы, может, и команду найдет какую-то. Ну, Стрэнджи, Гейт, Газ, соответственно, стандартный абсолютно билдсмен идет. Здесь 17-я хата, Газ у ТЛО. Стрэндж играет с разведкой очень надежно. В общем-то, не рискует, он правильно, я думаю, делает. Здесь пробочка спустилась, пока столько ресурсов можно и минералину добыть, там Нексу заказать уже с 5, приехать, отнести, сдать, как бы, и далее. Всем привет, Тинк, я вчера стримил только первые два матча после ГСЛ, вчера очень устал и вообще мало спал вчера. Уже засыпал, поэтому я ушел перед Гидробьян, и Бла я, к сожалению, не стримил, но результат вижу, Бла 3-0 просто разгромил Ниба. Что-то у Ниба спад какой-то пошел, либо Блай все на дримхаке там выпадал, у него выяснил, и, в общем-то, сделал все красиво. Я, как понял, там зачизил все три игры. Блай просто не держу, зачизил, а спешл тактиками своими необычными с Нибом сыграл и выиграл. Вот, поэтому где-то кто-то скидывал ссылку на Ютубе, да, там какие-то китайцы рестримили Base Trade, была запись. Но я уже ее не могу найти, по-моему, это на Скорялите был или кто-то. Надо у них просить, очень соответственно. Привет всем, ребят. Адептикам Стрэндж 5 приходит. Адептом заходит, здесь два. Ты уже дронов сорвал, боялся адепта. DMC в хорошей форме сейчас. Но если DMC пройдет, будет круто, конечно, я не знаю. Может и подтренится, немножко сыграет. Роба от Стрэнджа. В прошлый раз он третий Нексус до Роба, кстати, стравил. Нужно ли Стрэнджу Робу вообще делать? Может, Стрэндж хочет 7 гейтов с Робу сделать сейчас? Я чуть понять не могу. ТЛО без мувовером играет эта игра, то есть без мувовером как раз эта страта может сработать. Вообще ресурсов у Стрэнджа накоплено 400 сейчас уже. Посмотрите, вот 3 гейта пошло, плюс 3-4 гейта будет пошло. Можно еще сейчас напилить просто гейтов, и будет еще сильнее прессинг, соответственно. Да, плюс 2. Посмотрите, мозги и Т-адепт со стороны Стрэнджа. ТЛО как играл без мувовером, так и играет без мувовером. Залетает овер на мейн сейчас. Стрэндж его спалит сейчас. Вот он видит овер. Смотрите, ТЛО сразу отлетает. Хороший расклад. Ну, Беллинг Нест у ТЛО, конечно, будет. Но насколько он будет готов к адептам, вот это вопрос еще пока. Потому что он не будет иметь никакой информации. Стрэндж законтроливает Ксилнагу, во-первых, сейчас. Во-вторых, сейчас он уже всеми вперед юнитами полетит. И призма вперед полетит. И за этим гейт-пушем массовым пошел Даркшайн еще в догоночку. Вот, хватит ли газа на дарков? Вопрос хороший, нужно бы запилить. Так, здесь два адепта. Два линка пытаются Ксилнагу законтролить. Ничего не получается. Еще один линк идет вперед. Стрэндж просто летит активно. Быстро очень летит он вперед. Сейчас прилетит прямо под третью базу. Сейчас пойдет вар прямо под третью базу со стороны Стрэнджа.
И это будет сильно, я уверен. Так, дропаются адепты. Пошел варп. Стрэнджик. Ну, врывайся, Стрэндж. Быстрее, скорее. Бейлингов нету. Ничего нету у этого ТЛО. Пытается Стрэндж на муви дронов поймать сейчас. Заходит на КГ, видит бейлингов. Роучи заказаны там у того. Надо дальше пройти королеву, фокусуньку Стрэнджа. Вот он пытается это сделать. Королеву отфокусил. На третьей базе пытается. Надо спорку вырубить сейчас Стрэнджа. Спорку он вырубает. Еще адепт подходит. Надо сплит адептом сделать небольшой хотя бы. 6 роучи у того строится. Адепт пытается ворваться куда-то там ко второй базе, я так понимаю. Будет Стрэндж врываться сейчас? Нет, не будет. Он никуда врываться. Есть призма. Есть лимит, есть у Стрэнджа свобода. Вот ТЛО пошел, сплит, где Стрэндж? Сплит успевает сделать, сплит молодец, не идеальный, но все равно успевает. Дар, еще 6 адептов заказано, все, всеми надо врываться на ХГ сейчас. По-моему, Стрэндж здесь просто решает ТЛО, вообще в кал просто решает ТЛО Стрэндж. Хорошо, зашел, сейчас роучи падают, все падает, 38-46 пробам, но боевых юнитов вообще у ТЛО не остается. Еще спорки Стрэндж себе попробревает. Спорки Стрэндж себе пробрил. Можно парочку дарков сейчас ворпануть. Надо бы уже ставить кэшенексу Стрэнджу новенький. Еще 6 адептов делает сейчас Стрэндж. Сверху роучи бомбят очень слабо. Так, врываются адепты. Еще адепты в часть можно ворваться на... куда можно на... Так, сплитится Стрэндж. Бейлинги взрывается. 6 адептов плюс еще заходит. Надо на вторую зайти. ТЛО не сдается пока, но здесь все очевидно в этой игре. Я уже уверен, что Стрэндж затащил. Здесь приходит, ну зайди ты в минеральную линию. Что за косяки, Стрэндж? Вот, наконец, Масса заходит. Масса поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. Ваня, очень Стрэндж радуют твои стримы. Приходишь с работы и включаешь. Или стрим, или видео. Если можно побольше видео на YouTube, а то подмочёс не очень хорошо работает плеер Good Game. Спасибо тебе, Макстаб, большое. Я все, что могу, стараюсь выкладывать на YouTube. И вот сегодня то, что из игры, я безусловно на YouTube выложу. Все, все готовы. ТВО респект. Не пригорает ничего. Стрэндж 2-1. Но главное не расслабляться, не доводить до критического. Если умеешь брать 3-1, а не брать там как бы с валидолом, я не знаю, до пятой карты доводить. Слушай, ну ТЛО наверняка какие-нибудь задумочки такие есть, типа вот этой ранней хаты. Спасибо, Макс. Сапте еще раз. Очень приятно, ребят. Ну что, третий ТЛО с мейна начинает, решил как-то необычно сыграть. Ну, Стрэндж стандартно обычно играет. Здесь ТЛО золото берет у Стрэнджа второй гейт. У Стрэнджа будет сейчас и кибернетка. Нексус ставится. А, Нексус первый Стрэндж здесь играл. Вот это да, посмотрите. ТЛО лингами сейчас оббегает. Просто Стрэндж не видел ничего. Нужно... Так, еще линги строятся. ТЛО масит вообще лингов сейчас. Опасно для Стрэнджа, очень опасно. Заходит наверх. Но очевидно, здесь пул первый.
Здесь нужно было очень уж зилка заказывать как можно быстрее, что Стрэндж и делает. Но зилку 27 секунд строится. ТВУ уже прибежит к этому моменту сюда. Но у Стрэндж готов. Стрэндж готов запилить пилончик сейчас, как вы видите, чтобы линги не смогли ворваться. И это поможет Стрэнджу в обороне определенно. Так, пилончик ставит, причем снаружи ставят его, чтобы не ворвались собаки точно. Отменяется пилон. И все, просто адептов сейчас заказываем, мазеркор заказываем. Два адепта Стрэндж делает сейчас, вы видите. Да пилон сзади запили зелком, бейся с лингами просто. И все, мув готов лингом, Стрэндж уводит. Сейчас пробочка остается, зелка окружает ТЛО. Стрэндж, что за ошибки ужасные такие? Ну почему, блин, такое происходит сейчас? Это минус Стрэндж, ребята. К сожалению, здесь уже дэмэдж будет критический со стороны этих собак. Это факт. Как можно было так сейчас зафейлить? Просто, блядь, такую игру отдав... Ну вот Стрэндж, нет опыта с Нексусом игры, и все, сразу же косяки, посмотрите. ГГ пишем, выходим, блин. Просто не надо зелком было никуда рыпаться. И мазеркор надо было сначала заказывать просто. Это вообще жесть какая-то. Да ну, короче. Мазеркор просто быстрее строится, чем адепты. Пофиг, что там гейт нагрызут. Стой, зелком, никуда не рыпайся, блин. Жаль, жаль. Ну, ждем пятую. Еще есть шанс пройти дальше. Ну все, ты вот только такими и может темы выиграть. Сейчас нужно быть готовым ко всему в решающей игре. Нет, размеры никакие не меняются, я так понимаю, там от этого всего дела. Так, ну карта станция Король Сиджонг, стандартнейшая карта.
Ну что, ребят? Адептиком Стрэндж вперед выдвигается сейчас. Третья хатка пошла здесь у ТВО. Ну, в этот раз стандартно более играть. Стрэндж вообще через Старгейт решил сыграть. В прошлой игре ошибка Стрэнджа, я говорю, то есть ему Зилкум закрыл, все, стой, пофиг, что гейт грызут, не надо выходить, он видел мув, и нужно было стоять на месте. Если видеть, что гейт прогрызает юнит и не успевает выйти, запили сзади новое здание. Там идет бомжи, вообще пуш, короче, там просто без экономики, блин. Зерк сидит. Достаточно отбиться, пофиг на одно здание вообще. У тебя Нексус 17 был, ты в плюсе будешь, так и так. Так, Стрэндж, лови. Линга, ты что Стрэндж делает, не моя? Стрэндж контроль, все, теперь пропал, что ли? Так, Линк ушел, здесь овер залетает абсолютно спокойно. Сталкером нужно идти на... Вот, видишь же, Стрэндж. Причем стал. Ну все, Старгейт спалили, все спалили. Блин, ну очевидно, что с такой стороны может овер залетать, то в наглую первым просто летит. Стрэндж вообще никак не реагирует, это полная печаль. Здесь заходит Линги, здесь Стрэндж сократил расстояние, адептика поставил фаржу делает, что самое интересное Стрэндж сейчас. Так, и пошла пробка на третью базу. Оракул летит вперед, нужно Нексус быстрее заказывать Стрэнджу, пилончик ставить. И мазеркором туда лететь, охранять все это обязательно. Оракульчик летит, здесь что? А, здесь на второй уже спорка есть, на других двух базах спорки ставятся. Смайзеркор прилетает, все, надо просто, ну, пробку потеряет здесь. Но здесь ничего, ты ловит меньше с тюлингами не сможет, это пахнет. Даже уверчаш не надо выставлять. Стрэндж на мейн сейчас залетает, как вы видите. ТЛО встречает, ревелейшн Стрэндж кидает. Лейер заказан. Вот. Это все следствие того, что сталкер здесь вовремя не стоял. А когда у тебя есть уже... Ладно, первый сталкер проход надо закрыть. Потому что непонятно, есть там мув, нету там мув. Что там делает оппонент, да? Но когда у тебя есть адепт же, адепт сюда ставишь. Сталкером обязательно по мейну шаришься. Вдруг он захочет залететь. Так, виза это второстепенная, главное пройти отборочные на ВЦС, а виза это уже вообще пофиг, как бы, сделается там она, не сделается. Заходят адепты сейчас, смотрите, у ТЛО 22 линга, ну где они все, они рядом там стоят на сейчас. Стрэндж телепортируется за вторую, помогает адептиками прикрыться от лингов, уходит сейчас, надо уходить, только не на мейн, пожалуйста, Стрэндж, здесь надо уходить вообще куда-то со второй базы сейчас. Оракула врублен дэмэдж до сих пор. Дроны возвращаются на добычу. Так, Оракул начинает прикрывать адепт. Стрэндж теряет всех адептов на ровном месте просто. Ну, ё-моё. Ну, вот это лишние такие действия. Два адепта ушли, конечно. Встают сюда за минералы. Пытаются Стрэндж дальше уйти. Ну, дальше он никуда не уйдет. И ты пошел. Ну, блинк, призма делается. Сейчас вот адепты плюс бы вот этот блинк и призма. Они могли бы и подрешать. Плюс один у Стрэнджа есть, надо плюс два заказывать сейчас обязательно. Да, варп центре идет новенький сейчас. Здесь что-то линги пытаются сделать, ничего им не сделать. Плюс гейт добавляется, понимает ли ТЛО, что Стрэндж будет его кушать. Суть, что делается рейндж гидре и мув гидре, наверное, пушит. Почему ФП не выкладываешь? Я выкладываю, если он с другим стримом совпадает, отдельно не выкладываю, потому что сейчас нечего выкладывать, уровень очень слабенький. Вот. Но в ближайшее время, если буду продолжать ФП играть, то обязательно буду выкладывать его. Пилонов у Стрэнджа, косяк с пилонами, нужно строить еще пилоны, вот пошел заказ. Четвертую хатку нужно ТЛО хотя бы отменить, и уже будет неплохо сейчас Стрэнджу. Так, приходит он дальше. Пилоны сейчас не достроились, пока вот один только достраивается, первый. Стрэндж видит, что ТЛО рядом тут бегает с лингами гидрой. Нужно отступить, филды пошли. Стрэндж варп делай. Делает Стрэндж варп, еще парочку филдов заказал. Несколько сентрей сейчас потерял. Гидра тут рядом. О, что Стрэндж боится-то? Тут три гидра леска крестом бегает.
Ну, нужно варп еще один. Стрэндж решил, что нафиг отступает назад. Ну, блин, там Люркер Дент сейчас будет. И чего, отступил, ну да. Плюс 2 скоро будет готово. Чаш не делается, ничего не делается, там роб больше. Да, варп еще сталкеров идет. Варп, неплохо, 122-139 по лимиту. Видит ТЛО, где находится Стрэндж. Стрэндж ходит по центру. Здесь забегание лингов небольшое двигается. Куда оно двигается? Он двигается на третью базу или прямо на вторую? Да, на вторую забегает. Ну, вот, посмотрите, ошибки просто детские сейчас у Стрэнджа. Пришли линги, отменили фотонку. Ну, что ты будешь делать? А на мейне что? Чем встретить их? Так, линги все еще живы. В это время замес тут идет в центре. Стрэндж законтраливает. Вроде как увернулся от филдов. Ну, Фастронг поддержал ваш канал на сумму 111 рублей. Стрэнджик, братва за тебя болеет, переживает. Не нужно так, побеждай, походи дальше. Короче, ребят, у Стрэнджа, не, я бы сказал, что не очень хорошо все в этой игре. Почему? У ТЛО сейчас маслюра уже будет. В четвертой базе Стрэндж ничего абсолютно не сделал. ТЛО будет агрессивничать. Да, здесь Стрэндж занимает позицию, но дестабилизаторов надо было пораньше немножечко строить, а они бы успели к замесу 100% бы. А в итоге в этом раскладе они могут и не успеть. Но Стрэндж перестраховывается, фотон по всем направлениям, и призма на мейн летит. В принципе, выкрутиться можно, но Стрэнджу нужно все очень четко сейчас сделать. Я вам честно скажу, спасибо тебе, Фастронг. Вот, призма прилетела четко. Блин, ну ужасно, ему ужасно. Минус призма, люра вперед идет на мейн. Четвертую сейчас отменит его. Два дестабилизатора первых заказов. В это время варп адептиков идет. ТЛО смещается до сюда. Здесь 5 фотонов. Здесь есть стационарная оборона у Стрэнджа. Стрэндж встречает здесь люру. Встречает все на ХГ. Адепты, правда, терпят. Все здесь терпят очень жестко. Нексус желательно отменить. Стрэнджу отменяет Нексус. Он молодец. Ну, хоть 400 минералов и не отдал. И то хорошо. 142-193. ТЛО 200. Но у ТЛО мясо. Просто мясо, а не лимит здесь. Ну, он пытается в спину Стрэнджу зайти, первый дестабилизатор. Ох, филды поставили сейчас. Дестабилизатором нужно залп делать. Сделает залп, Стрэндж по гидре попадает неплохо. Отходит мышка назад, дестабилизатор отконтролил и вел. Здесь еще новый пошел, новый СН3 выходит. Стрэндж аккуратнее будь, отступи, 130 на 180 по лимиту. Залп пошел по люре. Одного люркера продемажил, Стрэндж подблинкивается под гидру. Здесь давар, еще сталкеров идет. Дестабилизаторы новые строятся, оракул готов, ревелейшн будет сейчас со стороны Стрэнджа по люре проходить. Ну только по одному люркеру ревелейшн-то попадает. Что за жесть? Еще гидру Стрэндж забомбил сейчас. Блин, вперед пошел, где обсерверы, где что-нибудь? Одного люркера Стрэндж сбивает. Залп по гидре, по люре пошел наверх, дальше туда. 125-137, Стрэндж отбивает сверху люру, здесь пока не отбил. Сталкеры сплэш получают, просто колоссальный сейчас Стрэндж. Залпы делай. Хорошо, два люркера забирает Стрэндж, 116-130. Выкрутился из данной ситуации. Сейчас первые два колосса выйдут Стрэнджом. Дестабилизаторов много. Все, у ТЛО только мясо одно осталось. А у Стрэнджа еще и плюс 3 есть. Вот это напряг, вот это до конца гейминг какой-то в этой, в этом матче с ТЛО и Стрэнджем. Пытается Нексус заказать сейчас. Стрэнджик у нас в центре. Здесь врыв лингом идет, но здесь оборона есть. Здесь оборона есть. Армор Стрэнджем заказывает. Сейчас у ТЛО хайф делается. Стрэндж занимает центр. Здесь несколько лингов прибегает. Подблинкивает Стрэндж, отгоняет. Все в порядке. Колосс первый выходит. Колосс второй тоже сейчас будет готов. С двумя колоссами против лингов уже попроще будет драться. И можно будет сейчас идти как бы и пытаться ТЛО понапрягать. Вот Стрэндж прорывает. Смотрите. Вот вся армия ТЛО фактически сейчас под ревелейшеном. Кроме там люркера, может быть, одного. На третьей базе есть у нас фотонка одна, но можно парочку было бы поставить. Стрэндж делает фотонок и на центре. 171-165. Лимита больше. Всего Стрэнджа больше. Хочет выход сделать сейчас срочный Стрэндж. Вперед. Здесь дистанс майнинг идет. И линги забегают. Стрэндж видит забегание лингов. Отойти назад надо. Камни пробивает. И опять здесь. Что ж ты будешь делать, Стрэндж? Ну какие ошибки-то твои такие? Так, давай, еще зелков идет. Пытается того роба сгрызть, но в итоге не сгрызет ничего. Адепты нормально бомбят, зелок нормально бомбит. Пилончик, возможно, отменит ТЛО, что там армор не доделается. Даже пилон не убил. Хорош, Стрэндж здесь отбивается на изичах.
идет сейчас ко второй базе ТЛО. ТЛО не готов отбиваться, у него нет ни вайперов, ничего у него нету. Залп по гидре проходит по своим зилкам, столько зилков своих, Стрэндж, ну куда ты так делаешь-то? Ну здесь зафаршировало неплохо, часть юнитов ТЛО, есть вайперы. Вайперы что, они без энергии, с энергией? С энергией вайперы уже, нужно отходить назад немножечко, отблинкивает Стрэндж 33-150, да не лезь ты, пожалуйста, ну Стрэндж, ну что ж ты творишь-то? Залп пошел дестабилизатором, дестабилизатор неплохо попадает, Стрэндж на гидре законтраливает. Пытается свалить, да варп еще, колосса, адепт, все есть здесь. Призма есть, 129-143 пулемет, в центре юнитов вообще нет, сместись в центр, Стрэндж, ну че ж ты сюда-то лезешь-то всеми так жестко? Плюс 2 иммортала заказано сейчас у Стрэндж. Так, ТЛО подходит, люра окопается, уйти надо Стрэнджу срочно. Просто нужно на мобильности Стрэнджу разводить, пятый некс ставит, пытается перейти в макро. Понимает, что нужны архоны, много очень газа накопилось. Ну как Стрэндж сейчас вообще и зилков своих забомбил, и там не попал. Косяки, короче, у Стрэнджа присутствуют определенно. Три адепта заходят на вторую базу. Здесь сталкеры с призмой и с колоссом пытаются залететь в центре, здесь Стрэндж! Как повезло призме сейчас, три сталкера, не повезло им. Колоссом прикрыть надо. Плюс в центре приходит. Где колосс-то? Ну, Стрэндж на мую сливает. Да что ж ты делаешь-то, Стрэндж? Ну, ё-мо, что за косяки контроля-то ужасные такие? Смотрите, от вайпера колосса забрался. Просто как бомж сейчас Стрэндж вот отыграл, реально. Я смотрю, это нервы просто. Это просто нервы. Зачем так нервничать-то, Стрэндж? Смотри, увести надо. Все, увести надо. Сталкеров доварпил. Ситуация хорошая, но ТЛО умудрился отменить вот этот Нексус. Нужно новый заказывать. Есть дестабилизатор, есть 1000 газа, архонов имеет право, может Стрэндж сейчас напилить. Грейды не делает, грейды надо делать новые сейчас обязательно. Дестабилизаторики новые появляются сейчас, хорошо. Есть один, вот притягивает его сразу же, как только видит, колосса притянул, еще один дестабилизатор есть, здесь зал пошел. От Стрэнджа неплохо попадает, люркера можно фокуснуть бы было бы. Да варп идет еще, призма пытается улететь. Стрэндж, что ты делаешь? Соберись ты, соберись, ну что ты творишь-то, ё-мо. Да что за ошибки-то вообще нелепейшие? Ну, у ТЛО, в принципе, грейды не делаются, ничего не делают. Да, 2-2 есть, ну, Greater Spire, все, ГГ. Упустил Стрэндж свой шанс, это ГГ, ребята, к сожалению, я, ну... Храню заранее, но тут полная печаль. Я вообще расстроен такой игрой Стрэнджа. Как он контролил сейчас плохо, а? Никогда у него такого не было. Но нервы, видно, что нервничает. Но тут уже не отбить будет. Он потерял микс. Здесь ужасно было. Здесь, ну, не хватает, немножечко не хватает. Вот это вот нужно преодолеть. Просто вот эту вот нервозность с такими игроками. Что за ТЛО вообще? Кто это вообще? Нужно вот именно понимать эти моменты все и просто нормально доводить. Но это тяжело, это тяжело. Так, лорд 3.0 DMC, но это ожидаемо. 135-180. Блин, жаль, жаль. Что, конечно, сейчас будет готов. Не видит брудов, Стрэндж, что не видит. Так, ну что, есть шторм, есть фидбэки, соответственно. Ревелейш пошел, брудов у него сколько вот его? 5 брудов, это немного. Ну где фидбэки сейчас, когда они нужны? Я не понимаю. Ну Стрэндж, ну что вот он делает-то, Стрэндж? Ну зачем он позволяет это сделать сейчас? Пошли штормы. И стабилизаторы все вытащены, сталкерами нужно уходить. 131-160 там с чем-то пулемет у нас. Идет вперед ТЛО. Здесь 2 иммортала есть, ну а что толку? Стрэндж пытается в размен пойти частью юнитов хотя бы. Заходит на вторую. Что у ТЛО в дозаказе? Ну, 5 гидралисков. Да, заходи, Стрэндж, хату фокусит. Стрэндж заходит, фокусит, овер фокусит хату. Теряет 4-й Нексус сразу же сам сейчас свой. Можно на мейн зайти сейчас, на мейне пошатать. Тут один люркер есть. Ревелейшн, кстати, рядом есть у Стрэнджа. Я не знаю, почему он боится кинуть его. Люрки разбревает, можно шпиль бить сейчас. Ну, шпиль это не Greater Spire, действительно. Плохо разменивается, Стрэндж, ничего здесь не скажешь, но...
Сколько просто дэмэджа наносит Люр, это жесть. ТЛО окружает Стрэнджа, к сожалению, он не может сталкером выйти. 2-3, минус Стрэндж. Да, такую игру отдать, это просто чудесные чудеса вообще. Просто чудеса, это вообще печально просто. Как Стрэндж хорошо все делал и как отдался. Блин, но по Венерам было бы гораздо проще дальше идти. Гораздо проще было бы дальше идти по Венерам. Знаете, фидбэков нету, Стрэндж что-то втыкается, на штормовики вперед куда-то поломились. Ну, Стрэндж на бане Хиро Марина проигравшего попадет. Соответственно, сейчас Минато и Ютермал я вообще не знаю, как там у нас сыграли. Так, нужно искать Хиро Марина. Сейчас попробую найти. Вот эта игра. Stop. Ответить на что? Я чуть не вижу вопроса. Я уже ж ответил только что, потому что там
нечего выкладывать особо в ФП. ФП сейчас мертвое у меня, вот как только буду, если продолжать играть, буду выкладывать. Плюс оно, если с другими стримами, бывает, выкладывается вместе с записью чего-нибудь другого. Так, а здесь Хинро Марин, кстати, тащит бани, то есть Трэн сейчас еще с бани будет играть. Не знаю, сможет ли он бани втащить вообще. Ну, обидно, очень обидно. Да, это минус бани, ребятки. Хинро Марин-то тащит, смотрю. Я даже не знаю, кто там лучше будет для Стрэнджа. Хотя, не, еще пока не минус полностью, но, скорее всего, минус будет бани. Стрэндж не нужно было спешить, ему нужно было просто колоссов еще парочку добавить и прессовать четвертую в центре. Не лезть на вторую, он там отсечен от прироста своего был. Конечно, смотрите, банит-то тут больше становится. Сейчас еще сравняет счет. Давайте он. Плюс один марики со щитами вообще у бани. 31 марик, 3 танка, там 13 мариков без щитов. Сейчас бани Марин Лорда зашатает. Смотрите, как отбился каким-то чудом дома и пытается убивать сейчас. Летает сейчас третью базу, просто Хиро Марину отменит бани. Передроп на ХГ уже пошел. Здесь танки, правда, Хиро Марина готовы обороняться вполне. Не понимаю, у Хиро Марина хотя бы стим вообще делается или не, у него даже он не делается. Отбивает Хиро Марин по чуть-чуть это все, весь выход этот. Идет Хиро Марин вперед. Бани на стиме разносит просто в хлам вообще Хиро Марина сейчас. Плюс танка 2 там. Ну что, куда вот, что Хиро Марин делает вообще? Ну, сейчас бани дожмет, судя по всему, 2-2 здесь. Сейчас в лоб можно убить. Просто что тыловой собирается сделать, да, идет в лоб. Имба не хватает Хиро Марину здесь, чтобы отбиться просто. А пока отвлекся, да. Тут Хиро Марин, видимо, какой-то сверхагрессивный делал врыв, практически улыновый, с танками в начале. За счет этого по экономике преимущество получил, но не дожал. И в итоге слил за счет того, что... За счет того, что у бани технологии, в общем-то, стимпак, щиты, марики, 1-1 грейды у Хиро Марина нет. Вот, вот только у Марина набило, все доделалось. Не, я ФП буду выкладывать. Просто где у меня пригорело, я там не выкладываю. Это не нужно абсолютно. Ну, вот, поэтому нужно просто не пригорать, спокойно, стабильно играть, вот и все. Смотрите, Хиро Марин умудряется сейчас практически сравнять лимит. И рабов больше, но боевого меньше, правда, и грейды хуже. Ну
Отгоняет Банни сейчас, смотрите-ка, от второй базы, и все в порядке. Здесь два танка против одного залетают. Какой кривейший бой сейчас от Хиро Марина был, это что-то вообще вот сейчас. Это настолько кривой контроль был. Пошел Марик вперед, танк не разгрузил, сверху забрать не успел. Один демеджный танк дропнул по два, его с залпа забрали сейчас вообще. Ну, нервы. ГГ пишет. Банни 2-2. Так, ну что, ждем третью и будем к Стрэнджу пытаться ворваться в лузера. Ничего не остается другого. Так, все. Поехали.
Мана уже с Дайши за квот убьется, мана Бистика 3-0, Дайши Занстера 3-0. Блин, ну если Стрэндж Телеоп выиграл бы просто, это Банни Хиро Марин просто, сейчас ему на два шага дальше опять же делать. Кто-то еще из верхней части Марин Лорд или Сирал, я так понимаю, к нему упадет. Точнее, во второй тур они один упадет, а там дальше победитель, да, кстати, DMC Шадаун. Ну, посмотрим. Так, все понял, сейчас, ребят. Это просто я поддержку как бы на другом захвате, другая стоит, в общем. Надо скопировать оттуда, вот перекопировал сейчас. Все нормально, вернул назад. Ну что, ТЛО Хиро Марин против Бани у нас бьется. В этот раз, смотрите-ка. 4 минуты игра, кстати, идет. Ну, быстрее кончится, мне на ТВТ не особо интересно. Ну, тут 30 сэшечки там и там, все в макро играют, я так понимаю, сейчас. В каком периоде StarCraft был на пике популярности? Ну, я не знаю, смотря какой StarCraft смотреть. Я думаю, второй StarCraft самый популярный пик был в Воле, когда он вышел. По крайней мере, в СНГ-то точно. Так, Марики Рипер пытается поймать. На третью сэшечку вылетает Хиро Марин. Бани еще пока не вылетает. Что-то все местами меняется. Хиро Марин 1-1. Лаба на бараке. Новые бараки пошли. Минадыч говорит 0-3. Ютермалу проиграл. Но Ютермал сильный оппонент, спора нет. Блин, но как Стрэндж проиграл этому долбанному ТЛУ, у меня припекает аж просто. Такие игры просто. Ладно, там линги пробежали, но решающий. Такое преимущество было хорошее. Все замечательно было, но... В итоге умудрился как-то развалиться. Ну, надо биться дальше, что тут говорить. Поддержку поправил. 3 минуты задержка, помните об этом. На стриме. Через 3 минуты вы только меня слышите. Ну, Бани тоже 1-1 доделывается, обращаю ваше внимание. Хиро Марина уже 2-2 заказано, Бани пока не заказывает. Но Бани практически одновременно 2-2 сейчас закажет, вот в чем прикол. Повезло, Марик тут одному Бани. Не получается Хиро Марину ничего у Бани подрезать.
Да, тортики носят с сегодняшнего дня рабочие в связи с тем, что StarCraft скоро 6 лет будет ему. Фига, у него до сих пор интерфейс с багом от чатика. От чатика, ё-моё, я уже пофиксил это года пол назад, мне кажется, этот баг, а эти все еще не пофиксили. Хиромарин плюсе по лимиту, но тем не менее по центру-то ходит бани, я смотрю. Разбирает тут пару мариков, у него все загружено уже, медиваки летает, все хорошо. Не понял я, что сейчас бани испугался. Заходит на ХГ, будет бани заходить вообще? Сможем забрать сейчас танки и просто дальше завести туда, по-моему, под здание. Ну что за глупые вопросы, шайба? На кого он выйдет-то? Они ж играют сейчас. Когда играют, то понятно будет, на кого выйдет. Так, танки разгружаются у бани, Хиромарин бой принимает, бани немножко назад отступил, Хиромарина реально больше, он прогоняет бани сейчас, пытается танки подрезать, танки подрезает, но био бани как-то много, он просто громит там викингов, громит еще что-то, подрался в плюс сейчас абсолютно точно, ЦЦшечку убивает, я не знаю с кем Стрэндж лучше, с бани, с Хиромарином играть, без понятия, ребят. Ну что, ребят, 197-199. Лимит у нас. Хиромарин идет вперед, попадает на танки бани очень жестко. Но фронт у него лучше сейчас просто. Часть танков вообще не дроп. Сейчас только дропнул Хиромарин сверху танки. И, кстати, с дропнутыми сверху вроде как даже законтролил. У меня такое ощущение сложилось. Но баня передроп наверх мариков делает и все-таки отбивается в итоге. Завис что-то Хиромарин. Сейчас, смотрите, у медиваков нет. Что за ошибки-то ужасные у Хиромарина такие сейчас были. В итоге бани просто центр выходит, но по лимиту он, конечно, в плюсе, но... Но убить пока не получается. Какие ошибки ужасные сейчас на стороне. Посмотрите, и 3-3 главное. Бани вообще про 3-3 забыл. У Хиромарина 3-3 и вторая атака... А в контроле в замесе такие ошибки просто мертвые, блин. Вынужден убегать. Так. Баня идет вперед. Ну вот по лимиту, кстати, Хиромарин. Как только замеса нет, сразу почти что сравниваются. И учитывая его преимущество по грейдам, я думаю, все может быть нормально. Масса поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. ФП. 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 Больше ФП. Спасибо, Максап. Мужик прям медленно, но верно это выговаривал все. И сейчас Хиромарин допускает бани к себе. Бани его разваливает в хлам просто. Это печаль очень полная.
Спасибо еще раз всем за поддержку, ребят. ГГ, пишет Хиро Марин. Бани победил. Я возвращаюсь к вам. Спасибо, Макс Цап, еще раз. Меняю циферки. Опа, кстати, ты в топчик попал. А вот Стрэндж уже ожидает. Так, все, все готовы, Стрэндж и Марин готов. Поехали, отличная в игре. Ну что, у Стрэнджа есть шанс по лузерам еще пройти, не стоит отчаиваться. Ведь еще не все потеряно. Другое дело, что до ВЦС остается мало времени, и, как действительно говорят, в Канаду виза очень тяжело делается. Мана 3-0, дальше мана прошел. Ну дальше для маны, да, изи оппонент, как мне кажется. Вот, насколько для Стрэнджа. Вот что у Стрэнджа с ПВТ, вопрос хороший. Но последнее время вроде у Стрэнджа все нормально, более-менее с ПВТ было. Поэтому давайте посмотрим. Хиро Марин против Стрэнджа бьет. Хиро Марин без разведки, вот через Марика он сыграл сейчас. Без рипера цешечка ставится. Сейчас пробка придет, увидит Марика. Стрэндж, не надо отдавать только пробку. А Стрэндж на пофиг проезжает. Но это минус пробка будет. Но Стрэндж получит ценнейшую информацию сейчас. Еще и факту заблочил. Смотрите, блин, пилон бы впилил бы туда пилон. Это так бы царски бы было. Ну, я не знаю. Надо на такие моменты реагировать. Ну все, зато увидел Стрэндж и так хорошо. Блин, это идеально было бы. Сюда сейчас пилоны просто, блин,
Как усклевавши, блин. Я извиняюсь. Кира Марин бы здесь бегал бы взад-вперед бы, пока Стрэндж не отменил его. Склевав. По-русски правильно говорить. Но это шуточный, конечно. Шуточный оборот был. Так, аптера делается у Стрэнджика сейчас. Верчаш выставляется, пришел циклон и просто забрал адепта. Ну, Стрэндж. Ну, а что ты с этим циклоном делаешь? Ничего, у Стрэнджа ставится интереснейшее здание, оно ставится прямо на мэне, делается призма сейчас. А что же Хиро Марин? У него инженерка есть, у него две ЦЦшечки всего, то, что две ЦЦшечки на руку Стрэнджа, это 100%, потому что никаких сканов пока не будет, ничего не будет. Открываются гейты, сейчас можно успеть, не можно, а нужно успеть сделать варф, возможно там пару сталкеров варпануть, пару сентрей до того, как вообще Стрэндж туда полетит, так как, ну, нужны какие-то юниты дома ведь. Так, пошел до варф трех адептов, призма готова, Стрэндж полетел, призма это вперед, не контролит Хиро Марин вообще мейн свой сейчас. И циклон пошел на Ксилнагу. Циклон заходит на Ксилнагу, захватывает адепта одного. Стрэндж пытается нагнать его. Нагнать не получится уже точно. Волкер, ты прав, наверное. Да, я в ГМЛ и все смотрят. Да, этого пацана можно пустить. Он вне закона по-любому. Даже если, то он ГМЛ и он просто царь, короче. Так, здесь пытается Дарк на вторую зайти. Два на мейн дропают сейчас. Скан пошел от Маринчика сейчас. Один Дарк начинает шатать депошку, один заходит на мейн. Здесь туретка строится. Какая туретка? Забей, Хиро Марин. Куда ты? Какие туретки? Что ты творишь-то вообще? Сканов нет, здесь Дарк все запилил. Адепты будут заходить. Здесь Дарк на второй пропилил. Посмотрите проход себе. До варп еще двух Дарков идет. Сканов вообще нету у Хиро Марина. Два Дарка в рейндж скана попадают. Все, нету сканов больше. Заходи, пили туретку и все. Сверху еще одна туретка есть, она, кстати, видит дарка одного на проходе. Ставит Стрэндж третий Нексус. ГГ, пишет Хиро Марин, великолепно просто Стрэндж здесь действовал. Ну, дарки решают, Хиро Марин не готов был. Когда дарков без туреток начинаешь встречать, то это печальный расклад. 1-0 Стрэндж. Так, а кто к Стрэнджу, интересно, упадет в лузера? А, ТЛО либо банник Стрэнджу в лузера упадет. Стрэндж еще с ТЛО сможет реванш сыграть, если убьет, например, Хиро Марина. Ну что, ребят, пилон у Стрэнджа, король Сиджонг у нас, карта, гейт будет стандартно, все, пойдет ли в разведку Стрэндж после гейта, не знаю, может быть после газа он пойдет, не знаю, да, пойдет после газа, не стал рабочих других трогать. С шестью свечками тортик-то, между прочим.
Так, ну здесь Рипер ЦЦ-шка у Стрэнджа, вы видите. Выходит КСМ-ка пилить пробку. Стрэндж что-то на патруле ездит. Зачем? Стрэндж хочет пробку отдать. Ну, пожалуйста, отдаст сейчас пробку. Нет, уходит Стрэндж. Все, Рипер сейчас будет готов. Если Стрэндж прямо домой поедет, то он потеряет эту пробку абсолютно точно. Стрэндж, ну не едь ты так очевидно, я тебя умоляю. Стрэндж едет так очевидно. Хиро Марин понимает, что пробочка может прямо сейчас уходить и пытается ее поймать. И поймает. Или Мазер Кур успеет выйти. Нет, ничего не успеет, уже выйти никуда. Вот меня припекает, когда такие вещи происходят, но этого можно избежать на самом деле. Что так долго здесь Стрэндж хотел увидеть? Мне не понял. Он думал, что Марик, видимо, будет, а в итоге это Рипер. Но это не критическая, конечно, какая-то потеря. Ну зачем? Он не будет играть с ТВО. С чего ты взял, что он не будет играть с ТВО? Если сейчас ТВО проиграет баню, он как раз свалится. А нет, смотрите, перекрест идет. Дальше с верхней сетки упал в нижнюю. То есть, может быть, это будет Ютермал Намшара, проигравший Стрэнджу. Ну да, потому что верхняя пара Дайши Мана перекрещивается с нижней. То есть, Марин Лорда Сирала попадет на победителя Мистика Занстера. Да, скорее всего, так. Но уверенности у меня в этом нету. Ну, это лучше нафиг с минус, на минус морали с ТЛО играть, как бы, сейчас. Сталкеры делаются, Твайлайта нет. Погодите, а что у Стрэнджа за 4 сталкера сейчас, плюс еще, так, плюс 3 гейта, то есть и сталкеры все эти без блинка просто. Какая-то странная вообще тема. Здесь танчик плюс Марики, Стрэндж собирается при... Так. Рипер залетает, призма сейчас будет готова. Я не понимаю, сталкеры эти, какая их цель, они оборонительные или какие вообще вот эти сталкеры. Так, Даварф еще идет трех сталкеров, Стрэндж выдвигается вперед. Если Хиро Марин сейчас свалит куда-то, можно неплохо на самом деле зайти будет. Но Хиро Марин, насколько я вижу, не будет сваливать. Скан пошел на мейн. Стрэндж видит все Мазер Куром прекрасно. Здесь пытается Хиро Марин бункер напилить. Но есть танчик, как бы, а против танка, ну, тут ничего не сделать будет. 56-63 по лимиту. Парабам Стрэнджа значительно меньше. Под танк лезть не надо, только Стрэндж, я тебе порошу. Контроль на призму сталкеров идет сейчас. Ну, вот контролил Стрэндж, парабам, кстати, почти сравнялся, понял, что без шансов дальше здесь давить. На 4 сталкера брать просто, или 3 адептов, что-то грузить, как бы, и лететь, харасить просто мейн, я так думаю. Летает Хиро Марин. Стрэндж заметил, что здесь танчики рядом находятся. Пока Хиро Марин харасит, Стрэндж прилетает сталкером 3 адептами, но не под туретку лети, пожалуйста, Стрэндж. Давай, еще адептиков идет. Начинается харас, начинается движуха, конкретность. Так, сталкеров в призму засади, Стрэндж не засаживает никаких сталкеров, никого он в призму не засаживает. Адепты на второй оказались, пытается Стрэндж танк убить. Танк один убил, но ты из-под бункера уйди, Стрэндж, 60-66 по лимиту. Короче, здесь потерял значительно больше Стрэндж, чем убил. 54-68 по лимиту. Это был полный провал с его стороны. Ну, еще 3 адепта варпятся. Ну, вот нужно было просто... Что нужно было делать? Прилететь, прохарасить, убить 3 дрона КСМ-ки, загрузиться, улететь. Все, сталкерами не рыпаться. Ну, блин, это наивно полагать, что Хиро Марина сейчас вот так вот можно дешево продавить. Тем более с бункером. Бункер должен охлаждать пыл процессом вообще всем. Бункер это тема такая просто неубиваемая, если тиран не труп полный. Бункер только с имморталами, либо такой критмассой, которая с 1-2 залпов и убивает, можно убивать. А вот так вот прийти, кликнуть, чтобы пиу-пиу-пиу, сталкеры стреляли. Конечно, Хиро Марин вычинил просто все.
69-80 по лимиту, но Стрэндж третий Никсу ставит. Барабам уже даже в плюсе, делается блинк. Здесь несколько сталкеров выжили. На данный момент потери Стрэндж, конечно, больше, но все-таки тормознул экономику Хиро Марину немножечко он тоже. Надо блинк, наверное, скорость таки адептом делать стандартный. У Стрэнджа еще и Даркшайн делается, кстати. Две фаржи. Это хорошо, конечно. Хиро Марин на третью сэшку собирается выходить в ближайшее время. Стим поздний для Стрэнджа, безусловно, это очень хорошо. Куда-то скан пошел, куда он идет? На вторую базу скан. Видит Хиро Марин, что здесь майнинг идет, понимает, что Стрэндж там вышел на третью уже базу. Призма есть, призма щак. На призму может дарков ворпануть. Туретка всего одна на мэне, посмотрите, на второй. Они в чем стоят таким образом, что... Так, сталкером нужно усваливать. Стрэндж видит, сваливает сталкером сейчас. Блинк еще не готов, через несколько секунд будет готов. И здесь вот сюда дарка и сюда. Ух, все, двумя турет купили, сплетим по базе. И для Хиро Марина это будет больный удар. Ну, Стрэндж, ну не виси призмой только, я тебя прошу. Так, что-то я забыл. А, я принтскрин нажал случайно, поэтому зависло все к чертям. Ну все, здесь уже прирост, и Стрэндж что-то висит, что-то ждет. Не знаю, что он висит, что ждет. А, ну ждет, пока Хиро Марин делает конкретный выход. Сейчас, вот, посмотрите, Хиро Марин делает этот конкретный выход. Стрэндж залетает под туретку. Раз, два, три, дарка варкаться. Улети, пожалуйста, Стрэндж туретку запилил сейчас. Дарками надо похарасить сейчас. Викинг полетает, все, дарки не уйдут никуда. Ну Стрэндж, ну ё-моё. Ну как так вообще? Здесь нету ренжаскана, блин, Стрэндж не уходит из ренжаскана. На третьей базе дарка нечем отбивать, кстати, обратите внимание. Ну, атакуй что-нибудь, Стрэндж атакует что-нибудь, атакует рабочих, естественно. 63-57, 130 на 103 по лимиту, призма все еще живая. Ну, долго висел, если бы сразу полетел, как я говорил, во-первых, сюда, одного дарка сюда, как бы, на мейн надо было лететь, на мейне всего одна туретка, там можно выпиливать очень неплохо, на самом деле. Хиро Марин движется вперед сейчас по центру, у Стрэнджа есть, да, один колосс, но боюсь, что он уже не может помочь, этот колосс никак здесь в обороне, но три адепта плюс один, может быть, помогут сейчас на... для Хараса. И опять Стрэндж полетает на... Да что у Стрэнджа вообще припекло, что ли? Я не понимаю, зачем он сюда-то летит именно? Вот я понять не могу просто. Так, запрыгивает адепт на мейн. Вот нужно Стрэнджу именно вот на вторую лететь было. Взял, отдал призму на туретке вообще сейчас. Нелепо как-то. Да, варп у Стрэнджа идут. Пытается он отогнать Хиро Марина. Адепты будут врываться. Врывается Стрэндж вниз. Видеть, что Хиро Марин рядом, не надо только телепортироваться ни в коем случае. Да, заставил простимпачиться, пусть бежит отсюда. Четвертый Нексус ставится, все строится, все четко, все в порядке. Гейтов много, не надо спешить никуда. Грейды плюс один тирана на один протоса, и еще и 2-2 заказано Стрэнджем. То есть время здесь работает на него абсолютно точно сейчас. И уже колосс третий строится, сейчас они с рейнджом будут. Четвертый Нексус делается, пробочек восстановил некоторое количество, ресурсы есть, варпать можно. Пофиг там, что Хиро Марин бегает. Просто на Ксилнагу встать, дарком законтролить, например. Стрэндж встает на Ксилнагу, контролит дарком, все. Здесь Хиро Марин, да, бегает на муве, ну а дальше что? Сейчас дарк почикает этих двух мариков. Так, ну решит, конечно. Раз, два, минус. Все, Ксилнага наша. Как говорится, 155-187 по лимиту. Заходит Хиро Марин туда, на Ксилнагу. Стрэнджа отгоняет. Стрэндж видит обсервером, где Хиро Марин находится. Пытается настигнуть его сейчас. Один адепт пошел на Ксилнагу. Все правильно Стрэндж абсолютно делает. Ксилнагу нужно законтраливать. Четвертый Нексус начал добываться. Но не надо на 150, пожалуйста, Стрэндж. Только не лезь на 150. Вот зачем ты сюда пришел сейчас? Ну, стоит Стрэндж рядом с Хиро Марином, и вот что он здесь стоит? Три медивака, сейчас ГГ будет. Все, сейчас медиваки залетят, и что сделает Стрэндж? Я не знаю, что он может сделать еще в этой ситуации. Так, от викингов под контроль. Вот, хорошо, что Хиро Марин на четвертую дропается, потому что если бы он дропнулся на третью, это совсем бы беда была. Так, здесь адепт зашли. КСМ их Стрэндж наштамповал, хорошо, посмотрите как. Ну, убивал просто. Здесь Хиро Марин загружается, пытается уйти. На стимпаке за сталкерами будет гнаться. Да, гонится на стиме.
под блин, наверх за Хиро Марином идет. Стрэндж пытается его поймать. Хиро Марин на стиме убегает сейчас. Колоссы тупят. Под блин, агрессивный пошел. Стрэндж опасно дерется здесь. Кривовато, я бы сказал бы даже. Ну, Хиро Марин улетел в итоге частью юнитов. Делает еще выход один. У Стрэнджа 2-2 и 3-3 заказано. Возвращается назад. Адепт Дуарьи 165-190. По лимиту викингов масс вообще просто здесь. Подблинкивает Стрэндж под викингов. Пытается здесь отбиться от Хиро Марина. Адептами врывается. Принимает бой. Адепты врываются прям в био. Как-то криво они, правда, ворвались, я вам честно скажу. Но если Стрэндж выбьет сейчас викингов, то вместе с колоссами у него есть шанс поконтролить. Но колоссы кривейшим образом ставят 120 на 170 по лимиту. Уйди, Стрэндж. Провал. ГГ 1-1. И опять отпускает Стрэндж победные игры. Опять отпускает победные игры. Да что ты будешь делать? Вот эту как он отдал вообще, блин. Хрен его знает. Печаль, печаль. Ну это 1-1 пока еще. Первый Стрэндж выиграл все-таки. Так, ну что, 1-1, новый Гетисберг, карта у нас. Блин, грейды 2-2 в 1-1, то есть там вообще жесть на самом деле. У Стрэнджа вообще все хорошо было в этой игре. Умудрился криво подраться и все. Вроде как все и правильно делал даже. Адептов маловато, вижу, в замесе было. Вот когда они телепортнулись наверх, отдались, наверное, Стрэнджу нужно было сделать что? Отступить назад, до варп подождать, чтобы колосс там были. А, там дроп еще в тыл был. Нет, там уже некуда было ставить. Ну что, в этой игре все стандартно. Гейт, кибернет, гейт, газ, нексус, кибернетка.
Так. Плюс 2 гейтаус, но в этот раз не будет пушей никаких. Мне кажется, вот я вижу, что Стрэндж играет лучше, чем Хиро Марин. Если столово там близко как-то было, то Хиро Марина, мне кажется, Стрэндж переигрывает. Здесь ему просто надо стандартно играть, никакие вот эти не делать пуши со сталкерами странные. Хотя вот сейчас, если был бы, да, пуш смотреть, то все было бы замечательно. Здесь сверхранний стим делается. Так, упс, прилетает, законтролил здесь происходящее Стрэндж. Видит, что это быстрая биос с 1-1, точнее, ну с 1-1, не с 1-1, а со щитами и со стимом. У Стрэнджа доварплюются сталкера, три гейта есть, нужно... Вот я не понимаю, с Энтрю-то одну варпани, если ты оборонительно действуешь. Очевидно, что здесь оборонительно надо действовать. Чтоб Гвардиан был при и филдов, да, там побольше. Даже штуки 3 с энтри, и все, и хватит, но потом их энергия. Так, еще 3 сталкера, что нет, Стрэндж исключительно сталкеров делает. И может быть даже построит в перспективе призму и пойдет вперед проатаковать. Нет, фажи 2 ставят, Стрэндж чисто оборонительно действует, а тем более с энтри надо делать, у него же 3-й нексус здесь. Вреток настроил просто миллиард в этот раз Хиро Марин, боится всяких харасов с призмой. Стрэнджу, естественно, нужно новый опс выводить сразу. Стрэндж делает робо бей, чтобы колосса сделать. Добавляет еще сталкеров и сентрю, чтобы принимать. Но тут будет сильный очень врыв, это факт от Хиро Марина. Он будет до тайминга колоссов, естественно. И Стрэнджу просто нужно подраться нормально. Стрэндж выход видит, просто вот сюда прийти сейчас, да даже пилонов. Зачем это? С зергом пилон надо ставить. Это потерянный пилот. Какой смысл с тираном, не вижу, ставить с ренжовыми его юнитами сюда? Просто стой здесь со всеми своими юнитами и ничего тебе не сделает оппонент. Просто. Ну вот, филд-то один поставить сюда. Что Стрэндж делает-то? Зачем он его пускает вообще вперед? Ну и все, ГГ. Пишем, выходим. Минус 3-й некс, это ГГ. Гвардиан Шилд Стрэндж врубает. Кирмарин бой принимает. Стрэндж контролит. Вроде как неплохо. Оверчарж выставлен, но вне рейнджа оверчарж дерется тут Хиро Марина. Естественно, он правильно все делает. Колоссов нет, ничего нет. Заходит на ХГ, там давар какой-то идет от Стрэнджа. Принимает еще бой, адепт вне боя вообще не участвует в битве. Что за дебильные ошибки-то, я не пойму просто, ну ё-моё. Почему здесь филдом нельзя встретить? Ну почему, что за торможение-то такое, блин? Ну у тебя 3-й некс, у тебя ничего нету. Ну блин, Стрэндж вообще меня удивляет. Ну почему такое принятие решений-то стрёмное, блин? Ну еще Хиро Марин отошел сейчас, Стрэнджу везет. То есть это для Стрэнджа чудо просто. Да какие пилоны к собачьим, блин? Пилон сюда, да не зерк это, ё-моё. Какие пилоны-то, блин, они бесполезны здесь. Филд нужен, вот с одним филдом, слышишь, этот дебил ломится через узкий проход сюда, блин. Я не знаю, я вообще не понимаю вообще, что происходит. Все, встань с филдом, здесь он ничего не пройдет никуда. От дропов контроль есть, от всего есть. Вот, наконец-то, Стрэндж, неужели, блин? Так, забирает мародер, улетает. Колосс, гоп, передроп, на мейн пошел. Мазеркор есть, уверчажи, 3 штуки ставить сейчас. Колосс в замесе присутствует, адепты есть, все. Вот, вынудил дропнуться на мейн, 50 энергии еще, между прочим, есть. Так, ну медивак дэмэджен избил сейчас Стрэндж. Передроп опять сюда на узкий проход идет. Там цешка 3-я строится. Как же Стрэндж вообще прощает? Как он его прощает просто? Сейчас Хиро Марин в этой игре. Я просто поражен вообще. То есть это с первой атаки должен был Стрэндж погибнуть. Просто вот здесь Хиро Марин зашел нормально бы.
Плюс 5 гейтов. Я удивлен, честно говоря. Но слава богу, что так. У Стрэнджа остаются шансы. Все шансы на победу в этой игре еще. Блин, у меня реально знатно припекло просто. Какой пилон с тираном здесь вообще? Что он должен, этот пилон, сделать? Это зергом собаки прибежали, сзади стоит ранжовый юнит, пью-пью, расстреляли там это все, или даже роучи. А здесь-то пришли и все, застрелили, убили пилон, и все, ничего. Так, пытается пойти Хиромарин, вперед, Стрэндж принимает, кривейшим образом бой за викингом погонялся там, ну ё-моё, ну Стрэндж, ну... И дерется без оверчажей, без всего, Мазеркор вообще непонятно где, пишем ГГ в коме, с такой игрой не победить будет Стрэнджу, точно. Товар, еще юнит каких-то идет. Колоссы на мэне, адепты на мэне. Еще и при этом всем Стрэндж умудряется здесь отбиваться, что самое интересное. Либератор прилетел. Дроп на третью ГГ. Похоже на ГГ, вообще очень похоже. Рабочих меньше, всего меньше. Там третья база начала добываться. Это просто жесть вообще. Из плюсов у Стрэнджа 2-1, у Хиромарина 1-1 только еще. Попытается Стрэндж, конечно, отсидеться, но здесь дикая макро просто, и я даже не знаю, что тут Стрэнджу делать. Ему шторм бы какой. А какой шторм? Тут нет никаких штормов, речь не идет. Плюс адеп 126-156, 3-2 Стрэндж делает, это хорошо, что грейды хоть делает. Четвертый Нексус Стрэндж ставит. Центр Стрэндж выходит, отгоняет Хиромарина, 140-185, здесь уже четвертая ЦЦшка, да пофиг, только не лезть, тут сейчас не отдаваться на 140, 200 в 200, это шанс для Стрэнджа сейчас вывести, единственный, я думаю. Сканит Хиромарин, Стрэндж тут рядом находится, ну тебя 150, ну куда, опять же, грейды делаются, все делается. Ксилнагу Стрэндж контролит, видит Хиромарин, выходит, да куда ты пошел-то, Стрэндж, ну ё-моё, уйди ты. Лимит вообще провальный, сейчас просто провальный. Хорошо, что Стрэндж отступает. У него хватило здесь выдержки, чтобы отступить назад, потому что 200 в 165 сейчас ситуация. Рабов у тирана больше, всего больше. Так, адептики заходят, куда они там заходят? Вон Хиромарин где стоит. Адепты мимо кассы вообще куда-то там двигаются. Нужен еще один варп Стрэнджу, и тогда можно будет драться, пытаться. Так, неплохие филды, Хиромарин здесь тупорезит просто. Вот так и надо его подлавливать. Не надо спешить, не надо лезть никуда. Грейды делаются, все делается, все спокойно. 183, лимит уже равный боевой практически. Стрэндж видит, что сваливает Хиромарин сейчас. У Хиромарина по земле био, там вообще количество слабенькое сейчас. Не стал Стрэндж рваться. Нексус четвертый есть. Там четвертая ЦЦшка есть. Экономика дичайшая у Хиромарина просто. Вот он 3-3 заказывает. У Стрэнджа 3-2 уже есть. Плюс еще адепт, плюс еще и Мортлы приходят. Микс вроде как неплохой. Мортл на муви зашел. Ну вот, пожалуйста. Неплохой микс в итоге сливается. Все, но кривейшая раскладка либераторов. Стрэндж принимает бой. Стрэндж теряет все вообще под либераторами, дерется фокус либераторов. Где Стрэндж? Убей ты их наконец-то. Вот сталкеры сами сваливают. Сколько же дэмэджа либеры вынесли. Но микс тяжелый очень с имморталами. В итоге Стрэнджа микс этот зарешал. Он идет вперед, грейды делают, все делается. Но здесь планетарка. Под планетарку наламываться смысла не вижу никакого.
Подрезал еще парочку юнитов Хиро Марину. Четвертый Нексус самому бы раскачать из Эсмейна, со второй пробок в часть перевести. Юнитов все больше и больше. Призмы не наблюдаю для Даварпа. 153, 140 там по литу. Где варп? Где адепты-то варпятся, я не пойму. Издалека варпятся, призмы нету. И не будет пока что, похоже. Так, адепты врываются. Здесь три юнита крестом у Хиро Марина. Неужели Стрэндж только не телепортируйся? Пожалуйста. Заходит Стрэндж. Просто без либераторов. Вне ранжа либератора сейчас подраться Стрэнджу, и все нормально будет. Заходит. Вот четвертая ЦС-шечка. Беззащитная вообще здесь. Не надо лезть на планетарку. Вот сюда можно прийти. Вообще много мест. Ну, Стрэндж не собирается никуда заходить. Он собирается разводить. Адептики заходят, иллюзии все разведают, прекрасно. 69-75 по лимиту. 3-3-1 сейчас у Стрэнджа будет. 4 адепта на третью проходят сейчас базу. Хиро Марин внимателен очень. Так, под блин под либераторов пошел. Двух зафокусил Стрэндж, но не более того, с Энтри и с филдами. Где филды? Филды пошли, несколько мариков убивают. 171-169. Колосс сейчас будет еще готов плюсом ко всему сюда. Фу, напряжометр-то какой, попер вообще сейчас. Так, адепт приходит на третью. Стрэндж в это время пытается пошатать планетарку здесь. Ну, планетарку там точно не расшатать Стрэнджу, это факт. Адепт пытается сместиться, пытается Стрэндж экономику Хиро Марину выбить. И, кстати говоря, экономика-то уже тут кончается фактически. Как кончается? Экономика, она никогда не кончается, но она печальной становится уже очень сильно. 45-66 по рабам. Призмы как не было, так и нет. Вижу первые архуны у Стрэнджа доварпливаются. Нексус 5 можно и нужно занимать. 66 пробочек есть. Нормально Стрэндж здесь все сделал. В общем-то, камбэк происходит сейчас. Здесь и сейчас. Либераторов много, но колосса уже есть у Стрэнджа. Один колосс есть. Не надо сейчас ему врываться, я думаю. Хотя либераторы не разложены сейчас. Агрессивный подлин вперед. Отгоняет сейчас оппонент свой Стрэндж. Нужно фокусить либераторов обязательно. Но тут ЕМП либераторов отфокусить всех не отфокусить. К сожалению, 159-160. Колосс еще один пришел. В это время дропщик гигантский заходит от Хиро Марина. Стрэнджу нужно уйти срочно, уверчажа нужно выставить, уверчажа выставляется, на третью сам Стрэндж идет, блинкнись ты поближе сейчас, иначе либеры прилетят, ничего с ними не сделаешь, здесь колосс один вышел, колосс помогает, очень неплохо, ЦЦшка падает назад, просто уходи Стрэндж, пожалуйста, уходит назад Стрэндж, здесь Хиро Марин отступает, ЦЦшку потерял и потерял инициативу в этой игре, это факт вообще. Стрэнджу лезть не надо, просто соединись с приростом со своим и все. Так, гасты отдаются, био отдается, Хиро Марин сзади в спину заходит под либераторами. Зачем, Стрэндж, ты опять же дерешься под либераторами? Смещается назад, все, потерял колоссов, и мортлы здесь без прикрытия. Ну что за ошибки-то дебильные опять пошли, блин? И все, и Стрэндж пешком тут стоять никуда не уходит. Пешком стоит, ничего не делает вообще. Да вот же прирост, уйди ты назад, ну выбил ЦЦшку, ну преимущество есть, ну нахуй. Я-то тут сходишь, короче. Что ты хочешь сделать, я не понимаю просто. Ну, последний шанс для него убить армию и попытаться затащить. Нет, Стрэндж что-то бегает зад вперед, отдается, блин. Ну, просто я переживаю, дико вообще, дичь полная. Все, в итоге идет Хиро Марин вперед, у него масс-либераторы. Все, дает Стрэндж занять позицию, ГГ пишем, выходим, минус четвертый Нексус. И чего теперь? Давай, да, под 8 либераторов, под этих 6 лезть. Нет, конечно, не без шансов вообще. Просто, ну вот как можно так отдаваться-то, я не знаю. Ну все, там добыча есть, ГГ. Не, ну это печаль, с такой игрой на УЦС ехать, я думаю, не стоит. Ошибки просто идиотские, просто идиотские. Пытается Хиро Марин уйти, есть шанс его подловить на отступлении, конечно, здесь. Что Стрэндж и делает сейчас. Либераторы прилетают, либераторы раскладываются, нужно их фокусить максимально быстро Стрэнджу. Он пытается это сделать, назад блинкается за либераторов. Но это минус Стрэндж, это ГГ. Да, да, да.
167 на 193 Стрэнджа просто лимит. И Стрэндж умудряется отдать эту игру. Ну это космос просто какой-то, ну ё-моё. Вот я сейчас смотрю повтор. Ну это дроп Стрэнджа смутил просто и все. Ну что, ребят, расстраиваться рано еще. Еще есть шанс для Стрэнджа. Но, честно говоря, он свои все шансы просто упускает жестко. Так, поехали далее. Здесь маленький танк, опять же, от Хиро Марина. У Стрэндж стандартный Twilight Robo. Рипер на мейн залетает. Ну, Хиро Марин получит информацию, конечно, о происходящем. Хорошо, что добил сейчас Рипера. Сейчас адеп мимо мог еще посмотреть. Пролететь вообще. Так, хочу вам сказать, что сегодня, ребят, у нас Псковий день города, 1113 лет. Вот.
Поэтому, да и больше ничего стримить, нечего здесь стримить. Я после ВЦС как бы стрим заканчиваю и иду отдыхать. А вот завтра уже будет там Goku SK, и ФП, наверное, завтра будет, и все остальное. Так, не, на какие никакие ВЦС я отбираться не собираюсь. На меня надежд нету, потому что я вообще мертвую играю. А Стрэндж играет хорошо, но сегодня просто на, вот реально, у меня такое ощущение, что у меня всегда проблема была такая. У меня было, ну, то есть, когда я играл что-то ответственно, у меня просто дикие нервы были. То есть я сливал вообще, короче, нелепо просто. Игрокам нелепым из-за реально нервов это очень часто бывало. Как бы принимал решения неверные, какие-то еще что-то. В Стрэндже что-то подобное происходит сейчас. Потому что самые важные турниры, он просто игры отдает выигранные вообще на 100%. Просто на 100% выигранные. Чтобы трениться и проходить на ВЦС, и играть как Стрэндж, ну, по 8 часов в день играть. И чтобы до такого уровня хотя бы дойти, это месяца два надо минимум, как бы, потратить времени в таком темпе. И ты окажешься где-то рядом, и не факт, что еще там что-то будешь выигрывать. А Лукард, я про... вот только что об этом и говорил. Просто Стрэндж... нервозно играет. Почему так происходит? Я не знаю, ребят. Так, обсервер был сбит, похоже. Да, обсервера только что сбил. Хиромарин Стрэндж. У Стрэнджа есть призма, но ее не обязательно отдавать. Ее можно и для агрессии использовать, там, со сталкерами в перспективе, с чем-нибудь еще. Здесь заходит несколько сталкеров. Стрэндж приходит, видит танк. Проходит мимо танка наверх. Призма там... А, он хочет с, викинга сбить, видимо. Ну зачем вот эту камикадзе призму вообще вот это делать, я не понимаю. Так, здесь три танка на третьей войне. Ну три танка дэмэдж большой бы нанесли. 53-60 по рабам. В принципе, нормально здесь Стрэндж разменялся. Есть плюс один у Стрэнджа. Там 1-1 делается, там по грейдам как-то у Хиро Марина все жестко. Я так думаю, что здесь со сталкера адептами можно убить просто сейчас, вот с такой экономикой Стрэнджа оппонент своего. У него гейток 8 штук уже. Призма еще, правда, не готова, но скоро уже, очень-очень скоро она будет готова. Очередной обсервер летит на разведку, сейчас обнаружишь, причем Стрэндж может в плюс 1 прийти до готовности щитов. Это авто-ГГ на самом деле будет Хиро Марину. Подлетает призма. Пошел варп плюс 8 адептов. 147, 134 по лимиту. Хиро Марин идет проверять, что же здесь творится. Все обнаруживает. Адепты заходят. Призму ближе. Стрэнджик, подводи, пожалуйста, я тебя умоляю. Так, сталкеры заходят. Адепты вглубь. Био прорывается идеально в центр. Прорывается. Танки идеально фокусят. И мортлы танков идеально фокусят. Даже со Стрэндж здесь наотдавался. 101 на 117, не в пользу Стрэнджа по лимиту, но адептики готовы. Призма, так, призму Стрэндж умудрился увести, и Мортл умудрился спасти. Сталкеров отдает сейчас, 81-82 по лимиту, 47-15 по боевому, 2-2 у Хиро Марина, у Стрэнджа первый армор делается. Дэмэдж экономики нанес гигантский, но теперь нужно варпить юнитов, и теперь нужно отбиваться, если агрессия будет. В это время адепты еще пытаются подшатать. Ну тут с КСМ-ками как-то Хиро Марин. Мне казалось, что сейчас отобьется, не отобьется Хиро Марин, но адептов было не так много. Танки хороший дэмэдж нанесли и простимпачиться вовремя, конечно. Чуть больше, вот еще по один до варпа, я думаю, критмасса бы была бы достигнута. Но до варпа еще одного, к сожалению, не было у Стрэнджа. Вот он готовится врыв принимать, сейчас вот Иммортал первый есть. Прилетает Хиро Марин.
Ну, вот либераторы раскладываются. Зачем вот Стрэндж дает постоянно вот так вот прийти оппоненту край? Мазеркор вообще не здесь. Вот что он здесь летает? Ну, на тебя атака идет, иди здесь, пилонов миллиард. Где уверчажи? Где что вообще? Стрэндж не собран, а абсолютно действует. Вот три уверчажа пошло. Да он уже все убил уже давно, ё-моё. Что такое творится-то, блин? Прям вообще, я не знаю, противно смотреть как-то. Не ворвался Стрэндж. Третий Нексус бомбит Хиромарин. Подойди, надо ближе уже срочно. Стрэнджу сейчас. Мазеркор отдает, Эморфу плюс один вышел. Адепты заново врываются сейчас. Будет Стрэндж биться, я не понимаю, или нет. Да варпа не наблюдаю. А, пилонов нет, пожалуйста. Да, конечно, пилоны не защищаешь. Баскин Барбар поддержал плохо ваш канал на сумму 333 рубля. Ну, успокоительно. Пишем ГГ, выходим. Как же нервничает Стрэндж дико. Все, и в самый неудачный момент начинает драться. Это ГГ, ребят, похоже. Да, здесь сталкеров уже не осталось. Один, три, Стрэндж. Я не знаю, бьется ли там кто-нибудь из наших еще с кем-нибудь вообще. Минато в игре, надо посмотреть, играет ли Минато или нет. Да, да, да. Минато с Велму, кстати, бьется. Спасибо тебе, Кен Барнбарн, за поддержку еще раз. Да, тут реально успокоительное нужно.
Привет всем, но я надеюсь, что Стрэндж не дико сильно прям расстроится, потому что реально я смотрю, как бы вот уровень есть, но бывают дни, когда игра не прет, и просто какие-то дерьмовые ошибки нелепые происходят, как бы, и ты проигрываешь. Так и сейчас было, реально. Так, все, проиграл и имена-то тоже. Блин, с первой игры Стрэндж выиграл, главное, начал. Потом проиграл так. Короче, я не знаю, а что там Шатдаун 3-1 DMC убил. Все, минус все наши, ребят. Минус все наши. Делаю стоп-старт.